Бонус. Короче, что-то забыл про эту хуйню, вот это, блядь. Мой тролль выше всех ростов. Ой, мы долго будем убивать, сука, все, блядь. ДПС никого нету, блядь. А, фер, блядь. Ну и что там, Макгвей? Что ты дает? Совсем мало. Бузамак такой. Короче, я и вар в огонь у нас. Он лоб ворвался. Интересно, этот босс, если я ворую силу, которая повышает. Прикинь, если силу на 200% повысил, смотри, какой у меня сильный маг. Ты про какую силу? Вон баф на мне висит. Поглощение жизненной силы. Я с коней ворую. У меня силы становится, знаешь, сколько? Очень много. А они, вот, кони, когда бьют, они себе нафармливают стаки. Поэтому, когда дают фир, летит агро. Потому что у танка с каждым стаком это поглощение силы падает на ТПС. Поглощение жизненной силы на жеребцеве, я его ворую. Потому что он снижает танк на ТПС. На миликом урон. От силы зависит количество урона делает. Смотри, десятка. Дал десятка 232 мага. 24-го зачем? Трэш, да?
Подождите, баф, кулачок тебе, блядь. Кстати, а, да, кулаком. Блядь, сейчас прибавлю кулак. Вроде все. Так, сейчас утопился. Я думаю, что это за паладинок, я не там что-то мастеров. Жалко шамана нет. Что там, конь надо, коня надо убивать, а? Да. Блять, Войт мне притепесил, сука, позорно. А что не объединяется, а вот? На лимон тебе придамажит. Ну и чё, Аркан? Третий подпас только. Долго бьём пиздан. А это закон подлости. Почти фул гиркиным передамажил. Если почти там 500 дпс, тебе еще катать и катать его. Так, что за поручень? Поручная ткань. Локом, наверное, нужнее. А, мы долго бьем, потому что у нас два хила окончены, блять. Так ты все убьется, главное не падает. Не, долго бьем, потому что у вас есть я. Рога 3 кпс. Да, тьфу, у меня было 6к. Нежный рог, нежный дпс. Тьфу, у меня было 6к. Да, вообще надо. Общий 2600, так что сидит с вами дпс. Ну на трэш у меня какой-то хрен на 2к и вообще хз. Я на трэше даю, блин, меньше, чем на боссе. Конечно, на боссе. 3242. У меня 3278 показывает. Скада? Угу. Скада накручивает, это писекрутка. Чё стоите, дрочите? Не знаю, я не знаю, что там стоит. Блядь, танк. Я... Сука, хотел, чтобы дрис спекнулся, да-да, спекнулся приз, ебать. Ты шо, дурак нахуй или шо? Я тебя, сука, в дискорде слышу, блядь. Нахуй писать, блядь. Ой, лол. Блядь, час 50 осталось, пацаны. Ты чего? Время 5 утра, блядь. Сейчас они рыгать будут, я не подхожу. Я уже дал этот стан. А, ну все, уже убили все. Маг поджарил всех.
храбрый маг Фулгиркин. Сержант. Мы все вверх пошли нахуй. О, тут паук, блядь, прячется, блядь. Прячется пауки, блядь. Ненавижу пауку. Ух, пошла печка топить. 14. 15. 16. И смотри, 17. Кто-то мы теперь сюда разогнались. Как они, сука, сагрились-то, блядь. Я не давал лужу нахуй там, дал снизу лужу. Кто потыкнул из этих магов? А угадай. Тот шо лох. Ой, пошло. Тот шо лох. На F. Мой маг на F. У Гиркин, это мой парень. Мой пацан. Где-то в текстурах мог, потому что я не могу поесть своих штрудели. Ой, висит. Ебать там обоих, ебать. Сойдет. Всех сожжем. Сейчас опять наш туда. О, фиг. А я упал куда-то. Я упал, за контроль. Я упал к паукам. Бью АОЕ 2К ДПС. Может без символа бьешь? У меня символы все стоят. Куда пауки взялись? Там снизу сагрились, меня скинуло вниз, они побежали на вас. Меня в фере кинуло в текстуру. Пауки побежали к вам. Ебать, кто меня пиздит? Пауки в этих, блядь. Текстура. Пауки какая-то, вот это кольцо света какое-то. Видишь, бой висит. Почему-то бой висит, я не знаю почему. Видишь, кто-то пиздит нас. Видишь, в текстурах, да. Смотрите, у кого... кто в таргете, на ком полоске. Посмотрим. Вот, я смотрю, чарка текила, фантомный гость. Видите? У него фантом. В каком-то домах ебашит. Да, он где-то, блядь. На друиде агро показывает. На маге. На друиде тоже так. Кто там? Вот, вот на тебе. Мне каунтмастер только на друиде показывает. Да. А мне похуй. Давайте наверх пойдем. Теперь он на мне, блядь. А все мне вроде. Не похуй, потому что бой висит, блядь. Он 1000 урона как мне нанес. Ну я без маны, нахуй, заебись. Прости, забыл. Чё, прикалываетесь? Ни один таунт не пашет, блядь. Ни один таунт не пашет. Ну если не пашет. Прямом, да. Может, панель переключу? Не, нихуя. С диминишинги ушли, блядь. Какой-то у тебя неправильный паладин. Блядь, кара неправильная, нахуй. Вообще, блядь. Заебись, я бесправедный. Я смотрю, думаю, когда ты, блядь, догадаешься.
Да, у меня маны этого, сука, не было никакого. Тут еще правильный надо. Слышал? Вот, слышал? Таунт и Диминишн. А, нет, чем прикол, там именно таунты не пахали, блядь. Так, выкройка моя, я портной. Чего таунты, вы выиграете, Диминишн, где, блядь? Пошли дальше. Потому что там моб в текстуре надо. Поебать. Да, где, блядь? Пускай он там сдохнет, блядь, как в это Воственника лес был. Фродо, говорит, блядь, в Мордоре, нахуй, там, блядь, 10 тысяч орков, пускай там сдохнут, нахуй. Как там было, да? Не помню, как там было, надеюсь, да, поищем. Давайте всех надо. Блять, опасно. Послушались, да, блять. Блять, побыстрее сливать еще мне энергия есть. Все нормально. ДПС не должен останавливаться на секунду. Надеюсь, я троллю. Смотри, фантомный гость, он на стуле при... Я ему бомбу кинул, он со стула, давай хилку кастовать. Одно. Чё, пошли сначала тут. Кто шею выиграл? О, я выиграл таким. Она мне уже не нужна. Хотя можно, в принципе, надеть. Мах не умеет себя, походу, проклятить. Этот, который маг, у тебя сейчас, у тебя показывает какой твой ДП? У меня? Ты мне говоришь? Да. 5047. Ну вот, предыдущий патч. Я думала, просто у меня что-то у всех какой-то ДПС мелкий. Такой ДПС не ок? Ага. Для такого гира... У меня у всех сейчас не больше 3. Да не. ДПС общий 35 тысяч. Посмотрим на боссе. Аркан не прожимается, короче, ему на масло смысла нет прожиматься. Прожимается на босса. А так просто стоит бури. Видишь, дождь небо какой-то. Ебать. Я нихера не вижу. У меня как будто ослепили на этой бутылкой. Поебал. А чё у нас самый не стоит аурок? Огонь стоит, поменяй броню на карте, все равно тебе броню не режет. Потом сменишь обратно.
кто-то походу репу фармит, да? Я. Иди посмотреть, как у меня выглядит сейчас экран, блядь. Сейчас он скрин скинет. Нормально, вот на 3000 прожался в гости фантомно. Угу. Охуенный скрин, блядь. Не могу купить ману даже. Блин, 5 секунд, пожалуйста, АФК, я быстро. Заебал АФК. Смотри, блядь, мой кот как кабана грызет, блядь. Я. Вот где же кот? На кабане стоит. Кабанилы. Смотри, я самый высокий в рейде, ебать. Вилкой, видишь, это, разрубаю мясо. Кому кусочек кабан? Для чё там ножик, блядь? Бородой, мне кажется, его чешешь. Я тут. Посмотри, как я в настоящем облике выгляжу. Ебать. Почему у тебя одни наки, они страшны? Там обилка есть волшебная. Бля, Войд, в принципе, подобрал. Много подходит, бля, сам как надо. Крокодил, я релогаюсь, потому что пизда, у меня нихера не видно, блядь. Крокодил, у меня, блядь, все размито. Это тебе мобы баф вешают. Ты еще бегаешь по кривой. Ну, это нормально. Это хуёво. Короче, сделаем по-другому. Так, так, так. Сделаем вот так. Где этот еблан, блядь? На нах. Еба, что ты сделал? А мне теперь обидно. Короче, надо убить босса и всем сдохнуть. Подойти к следующему боссу и всем сдохнуть, там, чтобы упало. Трэш почистить и сдохнуть. Ну ты понял, да, кому компас выпадает? Обальзамирующий. Какой компас? В РБК, да? Часы. Мне сегодня навары выпали первый раз, нахуй, часы, блядь, я их забрал. Которые мне нахуй теперь не нужны, блядь. Мы ходили, короче, ДКшка, блядь, я танчил. Там хил. В смысле, а с чем ты танчишь? Ключ и часы Мороза. Так ты сказал, что он теперь не нужна тебе? Компас. А-а-а. Смотри, нихуя я телепортируюсь между стульев. Нахуй, да? До того не дотягивал. Не понял. Диспел. Ага, братик, для культ диспелит. Блин, ядов нету. 2к ДПС. 1к. Вот кто вагон. Пробуем 2к ДПС. А давайте их даунов заберем. Там мочилка есть. О, там своровать с него можно. Печать повиновения. Прикинь, паладина я спер. Команду себе печать. Опять, сука, стан, блин. И хоровать касту может вообще класс. Кулаки. Меня бесит, что они пропадают, у меня все проки триник никуда идут. Удобный бот. Хорош.
Вот, мои нахуй. Давайте на дереве вайпнемся все. В бой скинуться. А то, блядь, ладно, не порегать вообще. О боже, нахуй, вар ворвался, блядь. Сейчас его хуй сошу, блядь. Тихо, не надо. Сука, тыкните на тапки. Чё там за хуйня не разрабатывается, бля? Не тапки надо, бля. Чё? Я уже нажал без ночи. Так. Дай мне ассистом, бля. Ты ж прекрасно знаешь, что я сейчас сделаю, блядь. Ты кикнуть хочешь? Да, ну. Да так зачем? Что? Он занидил, что ли? Чё он занидил? Нихуя он не занимал нас. А чё? Ну, просто это... даун конченый, блядь. Ну так объяснить-то можешь? Без этого? Вон, смотри, пят нахуй, читай. Ну и что? Так. Там спирит хпал, а не дерево. Я не понял, а что начался-то вообще срач? Я сказал, если паладин сейчас не будет нахуй начинать диспелить с меня стан, блядь, станка, блядь, я нахуй тика его с рейда, блядь. А этот мудак мне пишет, что нахуй этот, блядь. Что, блядь, паладина не диспелит нахуй. В смысле, они дис... очищение диспелит холи по магию? Да, блин, что на меня мобы не бегут? Блядь, умрите, нахуй. Кто еще с боем? Я без боя. Все, вот этот трэш вылез, он наверху там ходит. На лестнице. Давайте соберемся на лестнице. На ком бой? А мне нет. А мне тоже. Уйдите нахуй с инста, блядь. Ну давай выйдем. Тогда тоже все сдохли, блядь, и бой повесился. Потому что нехуй заходить по... без очереди. Да выходите тогда блядь. Все, кто с ключом, там без ключа. Приветствую. Береги себя. Я польщена. Чем могу быть полезен? До встречи! Что привело тебя сюда? Кому открыть, сейчас откроем. Чё, всё там? Заебись. Все вышли, кроме Лока. Лок, блядь, ещё не сли. Всё, боя нет. Пиши, Капсон, ты жрёшь мой трафик, блядь. Хуя офигенно. Информации больше. Пиши нормально. Он там моб, давай его заебашим. А вот я тот моб, что, блядь, всех поймёшь. Не один, там еще где-то был. Не только он один был. Он? А, ну вот. Ну, он текстуру, там... текстуру ушел, видимо. Только не сагрите там, блядь, мобов. Дайте ребаф. Каску, крест. Что за хуйня, почему меня пиздят? Потому что моб пришел сверху.
Смотри, нихуя себе, как я котом, блядь, на стенке, сука, вешу. Трэш бей. Чуть не соскользнул. Смотри, огня, сколько опасно. Собирай коту фаер резист. Блин, какой знакомый ник. Какой? Черносерд. Какой? Черносерд. А, он совет, да, понятно, что знакомый. Астролог, ты такой злодей, прям, зачем? Типов через кидаешь. Ну хочет заполнить аддон на бесконечный черный список до конца. Как чекнули, знаешь, сколько раз отжался всех. Так, блять, почему я не могу кикать нахуй? Сейчас, блять. Раз нахуй. Не кикай, блядь. Не, это не того нахуй. А чё ты кикаешь-то? Зачем, мастер? Вот этого я не кикал, ну. Вот этот сам лину. Вот не этого нет. Я оставлю. Ну. Они вместе вроде как. Они нихуя не вместе. Так, я всех ребаф и сейчас гуляем. Без него снесем. Нахуй. Мастеров, дай крест. Даю. Я каску дал вообще-то. Так паладин второй тоже каску кидает, блядь. Ну, на одном маге у меня. Смотри, на вас двоих каска свисит. Ну, а креста нету. Напиши ему, пускай нас. Друль не будет хилить, он стоит, видишь. Да пускай, ну. Друль не хилит. Это не друид, блядь, это я. Так, нахуй, значит, двоих нахуй. Так, блядь. Я просто дауна долго не переношу в рейд. Мне похуй, блядь, даже если я себе когда повешу. Что в итоге будет? Куда собирали на циркуле? Кузнецов как вот. И что? Нет, за спятка. Да Геру по-любому собирают. Да вряд ли. Четверочка. Вряд ли, что им бабочки делать, блять. Хотя начало первого, ну да, наверное, вот. Там месяц не убивали, раз за спинкер я вот зашел неделю две назад. Месяц? Да. Это совсем жестко. Там вообще нет рейд. Там вообще людей нет. Там стоит на пятницу целка 25 лет на 10 часов. Вообще кошмар. Надо в диск не зайти. Кстати, на Альянс рейд только у ПВЕ дракона собираются. Гильдии, спросите, есть конни. Так вот, нормально, раз. Кто это? Код 255. Еще кто еще хил нам, да? Какой хил, блядь? В соло хила идем. А он захилит приста? Просто что не захилит, хули прист, нахуй, 1048 идет. Че тут хилить, нахуй? Я аршаму 230-м, блядь, хилил. Ну, просто не знаю, не хилит.
Угу, он в склепе, нормально, он наебал меня, похоже. Ну, блядь. Нахуй ты пошел агрить, блядь? Ну, одну штучку согрел, все, скучно стоять. Бля, в третьего мага пойдете, нет? Да зачем он? Возьми лучше, чтобы сетап, блядь, нужно. Написал бы кто, блядь. Друид, например, или ДК возьми, лучше он у нас прист. Темная магия, нимбис. Кстати, нимбис. А, он поле прист, да. Он кого еще можно взять? Пройдин Дестрик. Шамана, вот Элема, или Шама можно было бы взять, вообще охуенно. Да как тебе легко говорить в 2 часа ночи, блядь, в 1? А, ну ты ж сам начал собирать. Ну я начал кикать, нахуй. Ну, ты начал кикать. Почему ты начал кикать? Потому что люди не делали то, что... люди дауны, блядь, а я дауном не переношу, нахуй. Да, ну если бы я с РС-ки, представляешь, кикал людей, как ты сейчас старый. Поэтому вот, я никогда не собираю такие рейды, блядь, большие, но... Я себя знаю, меня сейчас... рвет сразу, блядь. Мы бы ни одной не убили, если бы я так людей кикал с рейдов. Нужно давать. Я всегда нахуй кикаю людей, потом добираю нормально. Ну, я к тому, что это не критичные слаки были, за которые ты людей кикнул. Нет, он просто начал называть меня дауном, нахуй, из-за того, что ему, блядь, сказал. А если так, значит он даун, блядь. Мне тоже не нравится, когда люди начинают РЛ говорить, что он даун, но, блядь, ебаный в рот. Еще один рога, блядь, тоже. Не, ну одно дело, если он реально дал. А как тут все? Какая-то блядь. ППГ пошли, короче, с Ливоном, я ДК танчу. Ну и короче, на житоп или что там, блядь. Ну, на житоп, где компас. И там хил какой-то ДЦшник, блядь. Ну он, короче, бегает, а там люди бежать не могут, пачки агрят, агрят, блядь. Он говорит, ебать, пачки с агрят. Куда пошли назад, нахуй? Пиздец. Пиздец, говорит, я либо, ну и это, я ему пишу в чат, ну люди умирают, это на той стороне. Я упал. Да похуй. Заебись, блядь. Бэр, готовься нахуй давать бэр. И чё там дальше? Сейчас я его бэр. Бедный кирилл. Ауе. Поднял. Второй бэр. Вставай, сучий глаз, блядь. Чё он дрочит? Когда, наверное, на этот сам вставание 15. Так я БР куда он, блядь? Сука, мне Хант написал 253. Ну пиздец, ребята, блядь. Жесть. Я уже желтенький. Как он умер сразу? А, блядь, он... Сука, сбоку сагрили, вы чё, блядь? Ты же и согрел лучше. И короче, мы бежим, блядь. Люди дохнут. Он что-то пишет в чат, пиздец, говорит, я ливы, две пачки согрели. Я ему пишу в чат, хиль педрила, блядь. Хиль педрила, да. Я так мувикой назвал, блядь, хиль педрила. Может это ты был, блядь? Почему не могу на это перило встать ровно, сука? Хорош! Ебать! Ты видел? Ага. Как я ровно встал, ебать. Ты седаю на перила. Чё-то хвостом зацепись за них, блядь, всё. Обмотайся. Дудку дунь там. Какая дудка, не друид. Кто ливнул? Не знаю, вроде. Так. Райдин лок. О, хорошо, хорошо. Где хант? Где туч? Шкаф бы. О, хорошо, шкаф оставил. Я в шкаф уехал. Сука. Я не пойду на улицу, у меня ключа нет. Я даже не пойду, мне тоже. А я пойду, но не паркайся. Если пойдете, тогда меня сманите, я починиться полетел. У меня шмотки желтые.
Блять, кто дамажит будет? Чё дамажит? Сейчас ханта саманут, будет на пол. Он ничего не плюсует уже. Ой, я за много сагрил, сука. А кто спать лег на? Лох. Лох. Блин, все равно шкаф нет. О. Страшные времена и без них обойдемся. Вот наконец-то нормально пати отсортируем, блядь. Сломайте меня. Куда тебе сломали меня? Вы ханта сломанули? Меня тоже, я починиться хочу. Да, он не отвечает мне, блядь. Я ему написал, что был фул, так теперь он на вол. Написал ФДК 220, блядь. Без капов, наверное. Что без капов? И ты хочешь 10-20 пул капа и РП? Ну, не РП, там хотя бы нет. Нет, да. Лучше, конечно, брать тех, кому легче капы собрать. Крестом в рейде или собой все упрощается для всех. По крайней мере, с меткостью. Нормальные РДД всегда собирают себе 14%, а не 17%. Вот он и Лем. О, ништяк, умань. Там мне Лятка написал, кем-то заходит, ну, блядь. О, слушайте, а Т4 же можно за токен купить, да, я прав? Какой-то вот за 200 этой хуйни. Пошли не, ну вот я смотрю на плечи, что на войне прицель за это правильно было? Ну за баджет, да, жетон воин за пределе можно купить. О, круто. Как будто люди боятся незнакомого человека, который кинет их в ЧС. Ну да, тоже ты такая лучше... Там мне похуй. У меня Крем моей прошлой гильдии в ЧС кинул. Ты лучше напиши, если обидно, кто... как... если кто следующий ливнет, войд вычислит по IP, блядь. Вот так нормально будет. Почему ты гильдии? Ты у него в ЧС. Выходи, мастер, блядь, надо сумонить. Да я выхожу. Я уже возле выхода. Так, прутся в рейд без регов, я хуею. Чуть все в долларанах, блядь. Какого хуя? Сманите, я починить летал. Бля, я на первом этаже не можешь? У тебя не флори, по-моему, да. Так, у Гирдин кто еще? Нимбис. Я его суманул. Сова. Бирка. Бирки. Кара-кара. Все тут. А, в долларане бирка. Тык. Да ты, ебаный стыд. О, я колечко взял, а не кистовое. Сука, сбил таргет, я ебу. Меня суманул. Сука, я тыкнуть хотел, я тыкнул тебя, блядь. Ой, блядь. Нельзя, блядь, как и проиграть. Пиздец какой-то. Ну чё он? Ну шо, заходите, на. Где этот, блин? Конь. Ладно, похуй на меня. Снова 5 секунд. Я еще кольцо 232 взял. Молодец. У меня 245. Ну, пока репа нет. Так, где ухо метистое?
Дружелюбие, хорош. Можно взять от меня, короче, уважение, точнее. Подожди, еще пару бросов немножко. Выходи, Войт, сюда, блядь, меня заебал. Сейчас его еще кикну. Сука, я сейчас уже забуду, где выход. Беги через паука. Давайте как-то быстрее. Шахматы еще бить будем, блядь. Мне за сумонили, сука, он там дрочит, блядь. Хорошо, что тут аликов нет, это бы тебя сломали, блядь. Сука, принимает, блядь. Заходим, нахуй, как пизду. О, офнулся, блядь. Сука, петуш. Кто офнулся? Дроль. Бег? Чё? Просто продрочили, мы пробегали. Без него объем нахуй. Моя бабка бы сказала заебаниться на такого. Так, сколькими уже людям когда перевешал, да? Вообще дикие. Я боюсь, что выходить. Только сброс был, блять. Надо еще добрать. Про запас. Пару пати. Там, Алиса, давай паладина к этому, когда тоже повесим. Заходи, второе окно. Кстати, мод я рогой зайду во второе окно. Или друидом, блядь. Ты с ума сошёл? Или престом децима. Да ладно. Заебись, он вернулся, да, блядь? Блять, побежали, блядь, ДПС все-таки. Сука. Я ебу, я в лавку врезал. Сука. Хорош. Все косяки собрал, блядь. Ты тоже, я смотрю, ходишь по косякам, собираешь. Костякам, блядь. Чё это тут за красные окна такие? Кровавые, блядь. А, так, это кровище. Блядь, ему ядра мола надо, нахуй. Мне тоже, кстати, на похуй. Да кому? Тренька ты знаешь на мне. Да нихуя никому не надо, блядь. Всё, он ровно идёт, блядь. Стой, подожди, блядь, ну, присумонится он, нет? Чтобы его уже окончательно обосрать. Ой, блядь. О, тут... Я же хотел материть, нахуй. А почему мне пока что он 225-й, нахуй? Он нас наебал, блядь. Он твой ПВП. 275. Тут доебал нас. ПВП шмота делал. А, ну да, 255. Сука, со Скорпионом, ёб твою мать, чё за говно нахуй я добрал, блядь. Хоть будет 5к давать, но... Интересно, сколько он даст? Ну, в таком шоте он должен десятку минимум давать. Но там всё от капов, конечно, зависит. Так, что мне ленточка нужна на хила, блядь.
Я буду ржать, если этот вар нахуй со сгарда, блять. Такое дно ебаное, блять. Какой-то у него ник был, напомни. Я забыл. Петуш. Ну, почти. Ну, короче, ник знакомый, так что велика вероятность то, что он со сгарда. Черносер. О, точно. Говно. Да. Ну, типа, я была на Альянсе месяца 4, типа, и я там знаю много. Просто хочу, блядь, посмотреть на этих мудаков, блядь, в асгардах вообще просто, блядь. Они там все фулл донат. Вроде как, если верить слухам. И они, блядь, еще и фулл целка закрывают, это пизда. У нас в руках всего что-то. А мы знаем. А позовем их, что? У меня, кстати, кореш сначала был на рейде, сейчас в асгардах. Ямайка ник у него. О, ебать. Это другие, что ли? Нормально. Что? Тапаньки. Да, это не из боссов, это уже 206. С желтыми флотами на МТУ войт. Так, как мне тут не сдохнуть? Ой-ой-ой-ой. Как мне тут не сдохнуть? Ну, Джена, стоять. Я напугала. Смотри, Войт. Вот эту видишь? Вот эту вот видишь? Вот здесь вот тебе надо. Вот да, тут буду стоять, наблюдать. Какой наблюдать? Ебей. Да я тебя сдохну. Ебош, нахуй. Не стой только восьмиугольник, ебош. Сука, да, диминишн, нахуй. А, какой? Ты таун-то не пахнет, сука. Да, сука. На боб, нахуй. Ебоб, боб. Сука, не можешь стать боб, я ебу. Да, он еще сальву, ну. Это как раз было, блядь, в ЦЛК, нахуй. Я говорю, ряд. Вот я сдох, не пес. Я тоже. Бомжок. Бомжи, нахуй. Нет, не бед. А почему они не сдохли, а мы сдохли? Почему, да? Потому что каждым прыжком урон увеличивается на 40, а мы, я понял, почему. Тут дальше всех стоит, тут больше всех получает. Значит, не было ренжи у меня с тобой быть. О, кожа, да? Блин, не пошел. Ой, быстрее сову нахуй соберет, походу, блядь. Нахуй надо, блядь. Так резать эти, блядь, рак. Смотрите, какие на мне наручи, какие упали. Один в один, прям по характеристикам. Прям тут. Тютелька в тютельку. Только, сука, не забегайте внутрь, ваш если притянет, то всем пиздано. Я даю больше ДПС, чем эта трога. Лол. Лолз. Там мобы еще он снял. Он и на трэше меньше дает. Когда не смотрел на трэше ДПС, блять. Я всегда смотрю в надежде, он вырастет как-нибудь. Чувствую, что после оперы кот лемнет, нахуй. Войт-то?
Ага, вой, да. Сука. Все, пизда, беги сюда. Опа, назад, блядь. Беги, беги сюда. Ебать. Что происходит? Кучу мне в небес, пока дожмите. Так. Свои прожим. Да, блядь, встан, сука, кинь. И полетам. Лев небес, там на точно на 6 секунд кидай. Щит кидай по нему. Щит тоже сбивает. Блядь, не учи. А Бог лучше бы мне сейчас дал, блядь. Нахуй тебе Бог? Ты что, блядь, дамажишь? Потому что у них физические атаки. Да, я дамажу. 6800 у меня ДПС. Общий ДПС за инст 5500, больше всех. Еще есть вопрос? Не смотрю общий ДПС, потому что бесполезные картинки. Ну, не пизди тогда. Вот и ты не пизди. У Гирки храбрый маг. Отважный маг Фул Гиркин. Ученик Гендальфа. Занят. Блин, я опять сагрили. Рога, нежная рога. Нежно, сагрила всех. Не знаю, я еду по стенке, какой раз их агро всех. Потому что... Как можно разбойникам их сагрить? Я вообще, блядь, не понимаю. В Анвисе они все равно агрятся. Блядь, там их вообще нереально. Я корова и шел, блядь, не сагрил. Я не знаю, я постоянно иду по стенке, они агрятся. А, я забыл, я с тобой не говорю, блядь. Третий спин. Диван есть вообще-то. Хуя, у меня три тапка, ебать. Сука. Ой, борда. Как это нахуй? На распродаже. Как это? У этих у богачей, у Киркова. Здравствуйте, здравствуйте, посмотрите вот такую модель, кого такую тоже еще принять. Мы вам принесли три пары, пожалуйста, они. Как у Киркорова, у этой Пугачёвой, блядь, стеллажи с обувью, блядь. Так у моего друида. На танка, на кота, блядь, на ПВП. Ты шо, блядь, Галкин, да? Я не Галкин, а скорее бы Галкин. Классный бой. Ну да, что-то новое просто. Но он красивый. Он изи, ну. На самом деле. Он изи, там просто вот нужно, чтобы ДПС за 2 проходных. 2 минуты надо, чтобы фазу перевести. А мне, короче, рассказывали, что типа Зул'джин очень сложный босс, и я его не затанчу вообще. Вы, когда первый раз сюда пришел. Да ты их хрена на сумраке не затанчу. Все взял на понт, да. Я могу затащить, если посмотрю тактику, я бы это смотрела. Что смотреть? Хочешь я... Сейчас должен был бой вылететь. Хочешь ты видео запишу со следующей резки? Ты сумрак посмотришь, где вставать, так где есть уже видео, блядь, у меня на канале. Ну вот, смотри, вот, Войт зашел. Смотри видео, смотри, как Войт танчит против арм. Дракона надо жопой ставить не ко входу, пусть, а к дереву, которое слева, да, я понял. Я это понял в 3 утра и не умирал. Да мне всегда такую церковь говорили, блять, как ее уходить. Церкви жопой к этому самому, ко входу. А если здесь стоит жопа ко входу, то лезвие тебя догоняет. Поэтому я первый раз лайпнул здесь. Потом второй раз тащу. Кем ты еще играешь, Алис? Какие у тебя классы? ЗК, Рок, кто еще? На Пандарии за Холи Паладина играла. Ты хилить умеешь?
люблю, короче, паладинов на катаклизме, но... Они массовые хилы стали, блядь. Да ладно. Они... Блин, у них масс хил, ну, по крайней мере, на подаре он очень дорогой и слабо так хилит. Свет зари, сияние осени, блядь. Ой, не сияние, но... осень, как другой. Он слабо хилит и, типа, знаю, дорого стоит по мане. Ну, я не знаю, на подаре, ну... Ты шо, блядь, хребет смертокрылов соло, блядь, Коли Палан. Душа дракона, блядь, десятка. Лапу дай, Войку. А, да, кстати, я соло его хитила. Она как... на, блядь. Слышь, Войда, пожалуйста, эти картинки помнишь, как это отрыв целка такие, пацаны, чё, блядь? Ну, мы типа в 5 человек вроде шли туда.